Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы меня смотрите, значит, видите весенний первомайский парк Бреста и его обитателей, в частности, белку с легкостью скользящую по парковой траве. Рыжая красотка то застывает, то мечется, потому что боится попасться в руки. Но голод не тетка, и легкую добычу ей приходится брать с руки. Белки любят растительную пищу. Грибочки, ягодки, плоды деревьев, орехи и желуди. А желудей у нас полно. Парковые белки четко знают, что человек – это источник продовольствия. Но кормить с рук опасно. Белка может укусить, поэтому будьте осторожны. Это и тот зверек, который может рассадить наш лес, забывая, где спрятала орехи или семена, которые собрала и закопала. К началу весны рождаются бельчата. И когда самочка беременная, ей нужна хорошая пища. А добротная хорошая пища – это орехи. Орехи придают силы, и надо их давать в шкарлупе. Только лишь грецкий и кедровый орех. Конечно же, некоторые семена можно давать, и ни в коем случае жареные и соленые семечки. Прыгучестью и красивым видом белка всегда привлекает людей, и им хочется с ней поконтактировать. А время бежит незаметно, и наш видеоролик подошел к концу. Пока-пока, до новых встреч, друзья!